Всем привет! Решил сделать вот одно видео, которое давно обещал. Почему я предпочитаю больше устанавливать инсталляции, чем унитазы? По нескольким причинам. Сейчас я вам приведу, а вы пока смотрите и записывайте. Возможно, это вам пригодится в будущем. Вот обратите внимание, здесь у меня установлен унитаз. Фирма не важна, потому что унитазы все практически одинаковые. Так, и унитаз у нас, естественно, крепится к полу. И за унитазом открывается вот такая вот красивая картина. Там у нас находится гофра, канализация и шланг, который подводит воду к унитазу. Ну а также от унитаза бывают небольшие подтеки, которые тоже со временем образуют какую-то грязь, ржавчину или тому подобное явление. Тоже портится от этого внешний вид. Ну и скажу вам еще больше, при уборке, когда вы начинаете или хотите только начать уборку, вы никогда не сможете полностью убраться за унитазом, потому что не всегда бывает легкий доступ до всех отдаленных уголков в вашей комнате. Грязь собирается очень обильно за унитазом, и очень проблематично становится эту грязь собирать. И также вся эта грязь скапливается на гофре, тем более здесь уже вообще практически невозможно ее смыть, так как не будете же вы перебирать всю гофру для того, чтобы добраться до грязи, которая находится между вот этими складками. Поэтому рекомендую, вместо того, чтобы сэкономить один раз на унитазе, попробуйте сделать свой выбор в отношении инсталляции. Это будет гораздо красивее и практичнее, потому что никогда и нигде вы не встретите за инсталляцией вот таких вот некрасивых труб, которые мешают уборке и портят их внешний вид. Ну и когда уже вы делаете свой выбор в отношении инсталляции, вы всегда получите вот такую вот красивую картинку в виде висячего унитаза на стене и одной кнопки, которая позволяет вам делать смыв воды в унитазе. Все остальное находится за стенкой, вы этого никогда не видите, это вам никогда не мешает. И во время уборки вы спокойно протираете пыль под унитазом, и тем самым вы избавляете себя от необходимости чистить гофру, которая находится за унитазом, там шланги и тому подобные коммуникации, которые, естественно, вам со временем начинают просто надоедать и портить настроение. Поэтому делайте правильный выбор в пользу правильной сантехники. Инсталляция всегда была моим первым и предпочтительным выбором, который я рекомендую заказчикам. Даже если заказчик 100% хотел установить унитаз в своей квартире, я его переубеждаю, и мы в итоге берем инсталляцию, пусть недорогую, но все равно она куда красивее, чем смотрится унитаз со всеми своими кишками сзади. Поэтому вот такой вот вариант сантехники, который я рекомендую вам брать для себя, для своего удобства и для своей практичности в своих ванных комнатах и санузлах. Я, конечно, не призываю всех поголовно отказаться от унитазов и устанавливать инсталляцию. Все, конечно, по возможности, но я просто высказал свое мнение относительно унитаза и инсталляции. А следовать ему или нет, это уже сугубо ваше личное решение. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Если есть возможность, делайте. Нет возможности, устанавливайте унитаз. У меня все. Всем спасибо. Всем пока.